В Казахстане перед выборами в Мажилис и Маслихаты усугубляется ситуация вокруг независимых наблюдателей. В декабре власти предъявили новые требования к наблюдательным организациям. Теперь одни из них меняют учредительные документы, чтобы прописать там право наблюдать за выборами. Другие не могут зарегистрировать филиалы в регионах. О создании препонов заявило объединение независимых наблюдателей «Мукалмас», которое, как сообщается, имеет около сотни членов и волонтеров по стране. На сегодня организации удалось получить регистрацию филиала только в Туркестанской области. Один из проблемных регионов для объединения Мукалмас – это Мангистауская область. Здесь филиал не могут зарегистрировать почти 2 месяца. Осы филиалды регистрация тіркете алмай жүрміз. Үшінші рет тапсырдым. Қайтадан тапсырып, арызым жазып, міне, квитанциясын алып отырмын. Бұл жақ соңға аударып, білмеймін қалай болатынын. Бір айдан екі айға жақын уақыт болып тіркелмегеніне. Представитель департамента юстиции Мангистауской области признал факт нерегистрации, но не мог объяснить, почему. Мен тек қана кешегі менің арыз бердім. Результатын түсінбейатырмын деп келді маған. Тек қана сол мен бұйрықты алдым да, сол бұйрық бойынша түсіндіріп жібердім. Ол жерде менің қателеспесем екі рет пе бас тарту болды. Не үшін бас тарту болды, мен оны нақты білмеймін. Центральная избирательная комиссия Казахстана постановила, что наблюдать за выборами 10 января могут только официально зарегистрированные организации. Эксперты считают, что так власти пытаются скрыть истинное положение дел с выборами в стране. Это незаконное вмешательство в деятельность организаций некоммерческих. Это раз, потому что они прямо навязывают нам какие-то новые положения в уставах, какие-то новые правила, что является цензурой, актом цензуры, которая в Казахстане запрещена законом. Это первое. И второе – это ограничение работы наблюдателей на участках, что также недопустимо с точки зрения конституционного закона о выборах. За выборами 10 января будут наблюдать иностранцы. По официальным данным, на сегодня зарегистрировались 276 человек. Большинство из которых приедут из стран СНГ. В выборах Мажилиса Маслихаты участвуют 5 партий. В оппозиционных кругах звучат призывы к митингам и бойкоту.